Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Наконец-то состоялось долгожданное событие, объявлена дата и время запуска проекта DAISY. Итак, после серьезной реорганизации, которая продлилась практически 2,5 месяца, наконец-то объявлена официальная дата старта проекта DAISY. Я сейчас нахожусь на сайте DAISY Crowd и с помощью Google переводчика сделал перевод данной страницы. Здесь мы видим надпись «Децентрализация. Революция денежной системы». И, как мы видим, здесь в центре экрана появился обратный отсчет. Запуск DAISY для существующих участников. Заявлено, что это произойдет 30 марта в 8 утра по времени UTC. Это время отличается от московского на 3 часа. То есть получается 8 утра UTC, это будет 11 часов московского времени 30 марта. И обратный отсчет показывает, сколько времени остается до данного момента. К существующим участникам относятся те участники, которые успели оплатить свои пакеты при первоначальном запуске DAISY в январе месяце. Итак, до этого старта, до этого запуска остается 1 день, 13 часов 53 минуты. А справа мы видим надпись «Запуск DAISY для новых участников. 30 марта, 2 часа дня, UTC». Если перевести в московское время, это получается 17 часов вечера по московскому времени. Еще раз повторю, здесь 11 утра, здесь 17 часов вечера. Разница между этими событиями 6 часов. Почему так было сделано? Потому что в январе многие, кто хотели приобрести пакеты или сделать апгрейд пакетов, не смогли этого сделать просто физически. И поэтому тем участникам, которые все-таки приобрели уровни, компания дает фору в несколько часов, чтобы существующие участники, которые уже приобрели пакеты в январе, смогли сделать апгрейды и таким образом извлечь максимальную пользу из матричного бонуса и других видов вознаграждений, которые предусмотрены. А уже все новые участники, которые еще не имеют ни одного пакета в DAISY, смогут приобретать их в указанное здесь время. 2 часа дня UTC или, соответственно, 17 часов вечера по московскому времени. Итак, опубликовано следующее сообщение. На сайте daisycrowd.com появился таймер обратного отсчета к запуску DAISY 2.0. Приближается время старта. При подготовке к запуску DAISY хотим напомнить о некоторых важных моментах. Первое. Так как большинство партнеров не смогли сделать апгрейды своих уровней при первом запуске в январе, у тех партнеров, которые оплачивали уровни в январе, будет 6 часов для апгрейда своих уровней и закрепления своих позиций в матрицах каждого уровня до открытия регистрации для новых участников. То есть тем партнерам, которые уже оплатили свои пакеты в январе, компания дает дополнительные 6 часов, чтобы эти партнеры смогли по максимуму сделать апгрейды своих пакетов. Для чего это нужно и в чем выгода от этого? Напомню, что в DAISY 10 пакетов или 10 уровней. Каждый следующий стоит вдвое больше, чем предыдущий. Например, минимальный уровень $100, следующий 200, 400, 800, 1600 и так далее. Фактически, оплачивая каждый следующий уровень, человек попадает в отдельную новую матрицу и, соответственно, имеет шансы зарабатывать с переливов уже в этой матрице. То есть получается, что человек, который, например, приобрел только самый первый уровень и больше никаких уровней не приобретал, он будет зарабатывать только с переливов, которые встанут под него в первой матрице, с других $100-долларовых пакетов. Получается, что если в вашу матрицу встанет человек, который приобрел количество уровней больше, чем у вас,
то с тех уровней, которые у вас у самого есть, вы заработаете. Но с тех уровней, которые вы еще не приобрели, вы с этих уровней не зарабатываете. И фактически деньги пролетают мимо вас. А это, ну, не очень приятно, когда деньги пролетают мимо. И именно поэтому желательно, по возможности, естественно, приобрести максимальное количество уровней, потому что каждый новый уровень обеспечивает ваше место в новой матрице. И, соответственно, люди, которые будут вставать под вас в этой матрице, вы будете получать с этого свой процент. Второе. Теперь при покупке каждого уровня, в том числе для новых участников, для завершения сделки потребуется в кошельке TronLink совершить не один шаг, а два. Шаг первый – это оплата уровня, как и раньше, а шаг два – подтверждение в один клик. Все действия просты и не требуют больших усилий. Как только покупка будет завершена, появится ссылка на подтверждение, и когда вы нажмете на подтверждение, ваша сделка будет окончательно завершена и ваш уровень будет активирован. Третье. Все оплаты и вознаграждения будут происходить через токен USDT TRC20, который использует тот же адрес кошелька, который вы использовали при регистрации. Вам также понадобится небольшое количество токена TRX в том же кошельке для оплаты комиссии при транзакции Tron. Мы рекомендуем иметь примерно 150 тронов на оплату каждого уровня. И в большинстве случаев комиссия составит менее 100 тронов. Эта сумма для оплаты энергии включает в себя подтверждение на шаге 2. Бонусы золотого лидера и лидерский пул не будут выплачиваться сразу в ваши кошельки. Вместо этого они будут поступать в специальный лидерский смарт-контракт и там аккумулироваться. И вы сможете вывести эти бонусы тогда, когда захотите. Пятое. Не вся отчетность в кабинете будет видна в день запуска. Партнеры увидят отчетность в последующие дни после запуска. Шестое. У всех существующих у новых участников будет дополнительно 5 дней с момента запуска, когда вам будут открыты все 10 уровней матрицы для выплаты матричного бонуса. Напоминаю, что для всех участников по матричному бонусу всегда открыты только первые 2 уровня матрицы. Если человек хочет зарабатывать, например, с 3 уровня, то он должен пригласить минимум 3 партнеров, которые совершат покупки на $1000 или выше. Тогда ему откроется 3 уровень. Чтобы открылся 4 уровень, нужно пригласить 6 человек на $2000, чтобы они сделали покупки. Тогда откроется 4 уровень и так далее. Но компания DeSi объявляет, что в честь предстоящего запуска, с момента запуска дается 5 дней, на протяжении которых не будет никаких требований по приглашениям. То есть, пригласил человек кого-то или нет, неважно. Человек получает вознаграждение с 10 уровней матрицы, даже если он не пригласил ни единого человека. А это дает очень неплохие возможности для заработка. Если вы пригласите, то вы заработаете. Даже если вы не пригласите, но под вас кто-то попадет переливом, вы заработаете с этих людей согласно маркетинг-плану. Поэтому предстоящие 5 дней создают очень даже интересную и уникальную возможность. И в заключение. Мы знаем, что вам пришлось долго ждать, но хотим вас заверить, что ожидание того стоило. Мы уже на пороге, будьте готовы. Итак, еще раз напоминаю, что старт DeSi 2.0 состоится 30 марта в 11 часов утра по московскому времени для существующих участников или в 17 часов вечера для новых участников. DeSi sequence initiated. Activating DeSi referral system. Endotech systems active. DeSi fund activating. Uploading DeSi smart contract to the blockchain. DeSi AI initiating. Artificial superintelligence systems appear to be functional and active. All systems ready for DeSi launch. DeSi A1 rocket.
Ready to launch in T-minus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. BZA-1 for liftoff. Global Star Club. Возможности безграничны.